Хайрлирте, с добрым утром, уважаемые телезрители! Янаульская студия телевидения начинает свои передачи. Сегодня 15 июня, среда. Уважаемые телезрители, передачу мы посвящаем проведению в нашем районе зональной части первого международного симпозиума медиков «Новые технологии в хирургии» и проведению национального праздника «Сабантуй-94». Здесь, на границе Бураевского и Янаульского районов, мы встретили гостей, участников первого международного симпозиума медиков «Новые технологии в хирургии», который открылся 9 июня в городе Уфе, где участвовали представители многих регионов России и зарубежных фирм. У нас в Янауле проходила зональная часть этого симпозиума. Гостей встретили глава администрации Назир Загитович Зиязов, его заместители, руководители хозяйств и участники художественной самодеятельности «Хлебом и солью». Истелеме интеу икмек куйсан, балкагандай кояш түрінде, яшау мағнасы, хадыры да кояшымдай нурлы күріне. Бір диме юк, унан бир күрек, ой юндудға тиклим етек те, кишилер де құрылдарды түгел, ал кулын халғын изге икмекке. Добро пожаловать, дорогие друзья, уважаемые гости, на нашу гостеприимную Янаульскую землю. В знак дружбы, согласия и уважения примите наш каравай. Гостей приветствовал глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. Всех вам успехов, дорогие наши друзья! Янаульцы, в том числе мы здесь присутствующие, с большим волнением, нетерпением ждем вас. Ваш приезд совпал с нашим традиционным праздником Сабантуй-94. Я хочу отметить, что в этом году одними из первых в республике мы завершили весенние полевые работы. Появились очень дружные всходы на полях. Это вселяет нам уверенность получить запланированные урожаи, этим самым удовлетворить запросы трудящихся нашего района, в том числе и нашей республики. Мы надеемся, ваш большой форум, представляющий ученых, медиков, в основном медиков республики и других городов нашей России, нам позволит отчасти какой-то степени хоть решить наши практические вопросы медицины на уровне районного масштаба. И надеемся, ваши полезные замечания, предложения, советы помогут нашим практическим врачам в тех вопросах, которые мы ставили, организуя этот практический часть. Уважаемые телезрители, я представляю главного хирурга Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, президента Ассоциации хирургов Башкортостан Виль Мамиловича Тимербулатова и заведующего отделением эндоскопии клиники хирургии усовершенствования врачей Нагаева Наиля Робертовича. Виль Мамилович, вот с 9 июня в Уфе проходит симпозиум Международный симпозиум «Новые технологии в хирургии». Скажите, пожалуйста, как вот два дня прошли, как они прошли первые два дня? Данный симпозиум был посвящен в основном трем проблемам. Это первая проблема – хирургическое лечение язвенной болезни желудка 12-перстной кишки. Вторая проблема – актуальные вопросы эндоскопии и эндохирургии. И третья – новые технологии и новое медицинское оборудование в хирургии. За два дня прочитано более 50 докладов. К нам приехали гости из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Ульяновска, Екатеринбурга. Была очень большая выставка, около 10 фирм представили свою продукцию, новую аппаратуру. Примечательно, что все выставочные экземпляры, они были выкуплены сразу на месте выставки. Я думаю, симпозиум
прошел с большой пользой для, в целом для нашей республики и для всей России. Вчера после обеда мы приняли резолюцию, симпозиум по этим вот трем вопросам и выработали рекомендации для всех хирургов нашей республики и определили программу, можно сказать, развития эндоскопической службы у нас в Башкортостане. Вильма Милыч, несколько слов об участниках этого симпозиума. В основном это, естественно, наши башкирские хирурги. Это ведущие профессора, ученые, ведущие практические врачи нашей республики, руководители лечебных учреждений. Кроме того, я сказал, к нам приехали академик Дульцев из Москвы, дальше профессор Лапкин, вот, кстати, он находится здесь, Янауле, и ряд еще ученых, еще из Санкт-Петербурга Васильев, профессор Васильев Сергей Васильевич. Ну, довольно много было у вас гостей и ученых из разных регионов Российской Федерации. Значит, география симпозиума была обширна. Вильям Амилович, вот сегодня у нас проходит зональная часть этого симпозиума. И что вы планируете сегодня? Ну, сегодня, так скажем, практическая часть нашего симпозиума. Мы должны сегодня вот здесь выполнить ее на воле операцию лапароскопическую холецистэктомию. То есть это малоинвазивным способом, через малые разрезы, так скажем, через малые проколы выполняется удаление желчного пузыря. Это первая часть вот, третьего дня симпозиума. Кроме того, сегодня же будет обсуждение еще двух вопросов. Это первое. Перспективы внедрения новых хирургических технологий в сельских или районных больницах, это первое. И вторая проблема, которую мы должны будем обсуждать здесь, перспективы компьютеризации лечебных учреждений на примере Янаульской ЦРБ. Поскольку вот здесь, в этой больнице, накоплен определенный опыт, проводится компьютеризация этой больницы. Поэтому вот на примере мы хотим вот показать участникам, как нужно развивать, возможные пути определить компьютеризацию лечебных учреждений. И кто с этим будет проводить эту операцию сегодняшнюю? Вот, перед вами вот, мы сидим, вот, два мы с Владимиром Робертовичем и ваше заведующее отделение. Виктор Алексеевич. Да, это Виктор Алексеевич. Вот, мы три хирурга должны оперировать. Ну, с нами еще приехал наш начмед нашей клиники Рим Харямович Гарипов. Здесь, возможно, вот так, если будет необходимость, мы расширим, так сказать, бригаду, поскольку показательная операция — это и психологические, и они необычные операции. Хотя в нашей клинике этого ежедневно выполняется 3-4 операции. Наиль Робертович, на вашем счету. Мы начали оперировать таким образом лапароскопически в начале прошлого года первыми в Башкирии. И сейчас накоплен достаточно большой опыт проведения как холецистэктомии, таких операций около 100 произведено, так и аппендэктомии, 35 операций, и более 200 операций в женской гинекологии. Эта операция, а в будущем у нас возможно проведение таких операций? Я хотел здесь подчеркнуть, что это не первая операция, кстати, на Уле. Она была выполнена профессором Лапкиным, как мне известно, по-моему, месяц назад. Да, или, может, раньше. И после этого заведующий отделением, по-моему, тоже самостоятельно уже выполнил такие операции. Но это дальше уже пойдет, это ежедневные, повседневные операции. Это такая же операция, но она выполняется чуть другими методами и другими инструментами, отличие только в этом. Тут хирургов не надо учить оперировать, они точно так же делают, просто надо пользоваться другими инструментами, разница в этом. Большое вам спасибо, желаем вам сегодня успехов. Ну и после интервью наши гости Вильям Амилович Тимербулатов, Наиль Робертович Нагаев и заведующий хирургическим отделением районной больницы Виктор Алексеевич Гилеев провели показательную операцию. А все остальные гости в это время имели возможность наблюдать за ходом операции в другом зале по монитору.
Как мы узнали позже, у главного врача районной больницы Марса Мунировича Ахунова операция была достаточно сложной. В настоящее время состояние больной удовлетворительное. В тот же день за круглым столом обсуждались вопросы перспективы внедрения передовых хирургических технологий в сельских больницах, компьютеризация лечебных учреждений на примере Янаульской центральной районной больницы. Можно с уверенностью сказать, благодаря усилиям наших медиков, предприятий организации города, местной администрации и тружеников всего района, зональная часть первого международного симпозиума прошла успешно. В субботу 11 июня состоялся традиционный национальный праздник Сабантуй. Каким бы трудолюбивым ни был человек, он не может жить без отдыха, без праздников. Сабантуй истории снимал усталость души, позволял блеснуть силой, ловкостью, удалью в национальной борьбе, конных состязаниях и других играх. Приветственным словом собравшимся праздник открыл глава администрации Назир Загитович Сиязов. С участием руководителей и специалистов колхозов, совхозов, приемка полей, есть все основания ожидать доброго урожая. Спасибо всем, кто активно участвовал в ведении полевых работ, за добросовестный труд и высокие качества работ. Затем слово взял наш гость, исполняющий обязанности председателя Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан Юрий Алексеевич Демин. Но Верховный Совет, Президент, правительство Республики изыскали все возможности с тем, чтобы ни одно хозяйство не осталось без семян, без горючего, без удобрений. Все это было вовремя обеспечено. И, конечно, главное, что наш народ не разучился трудиться. Поэтому весеннее поле, я говорю еще раз, что засеяно было вовремя и полностью. Дружбу нашего народа. А когда мы вместе, все задачи нам по плечу. И я верю, и хочу, чтобы вы все поверили, что лучшие времена настигнут, и настигнут скоро. Сегодня праздник, желаю вам хорошо отдохнуть, повеселиться, спортсменам успехов в соревнованиях. Так что приветствую наших гостей, медиков, и тоже желаю, чтобы они хорошо провели праздник и успехов в их нелегком труде. Всего вам доброго, дорогие товарищи. Начинается парад передовиков весеннего сева, зимние работы животноводов, торжественное шествие лучших коллективов и работников. Представители колхоза «Победа» и его председатель Масхот Кашапович Кашапов вручают руководителям района гостям хлеб-соль. Среди гостей председатель постоянной комиссии Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан Фан Шамсулович Шерифуллин. В этом каравае, который вручают труженики колхоза «Победа», надежды на богатый урожай текущего года. Дорогие гости, разрешите мне от имени всех тружеников колхоза «Победа» В колонии с сельчанами их партнеры по агропромышленному комплексу, работники автотранспортного предприятия, массосыркомбината, ремонтно-технического предприятия, элеватора, нефтегазодобывающего управления и других предприятий. Труженики колхоза «Победа»,
Как было уже отмечено в выступлениях, весенние полевые работы проведены в лучшие агротехнические сроки и с хорошим качеством. Организованно прошел сев ранних зерновых культур во многих хозяйствах района. Проверка и приемка посевов показали, что в целом по району получены хорошие всходы яровых культур. Теперь задача крестьян – хорошо ухаживать за посевами и готовить технику к сенокосу и уборочной страде. Лучшим представителям, предовикам производства, Баширову Эдуарду, механизатору колхоза «Победа», Габдуллину Разиму, водителю ремонтно-технического предприятия, Давлетову Рафилю, механизатору колхоза имени Максима Горького, Насреддинову Габиту, водителю мастер-комбината, Хисамовой Альбине, доярке колхоза имени Парижской коммуны, было предоставлено почетное право поднять красный флаг с надписью «Сабантуй-94». А теперь посмотрите, как проходит колонна спортсменов и участников художественной самодеятельности. Ни один Сабантуй не проходит без конных скачек. Это одно из самых зрелищных и любимых представлений. А посмотрите, как увлеченно комментирует скачки уважаемый наш Фарид Зевич Минязев. Борьба идет. Идет, пока в этом заезде первым прошлогодний чемпион. 46-й номер прошло, но... Значит, заканчивают первый круг, пошли на второй круг, пока первый круг заканчивает колхоз. Стонет земля под копытами коней. Вороные, гнедые, белые, проносятся они мимо трибуны, словно гром весенней грозы. Когда эти красавцы проносятся по Майдану, кровь стынет и у тех, кто оседлал коня, и у тех, кто сегодня зритель. Идет упорная борьба между наездниками. Никто не хочет уступать дорогу к заветной победе. Ловкость, упорство, умение слиться с конем в одно целое проявляется в эти минуты. Еще раз повторяю.
Те, кто каждый год бывает на Сабантуе, не представляют скачки без комментария Фарита Зиевича Минязева. А тот, кто впервые участвует на празднике, не перестает восхищаться им. Не обошлось в этом году и без сюрприза. Руководители 8 ведущих предприятий организации города Фарит Зиевич Минязев попросил выступить спонсорами финальных скачек. Повезло промышленному предприятию «Агропромснаб». Его руководитель вытащил бумажку под номером номер 1. Более 70 наездников оспаривали главный приз и звание лучшего наездника района. И тут тоже отличились руженики колхоза «Победа». Поддержали они честь и славу отличившегося в весенне-полевых работах хозяйства. Не ударили грязь лицом. У «Победы» 2 первых места. Второе место у наездника из колхоза «Большевик», а третье место занял полюбившийся всем зрителям молодой наездник из колхоза имени Калинина на скакуне по кличке «Кролик». Первым, соответственно, и лучшие призы. Второе место. Спортивная работа Сабантуе 94 была насыщена спортивными соревнованиями. Каждый мог выбрать состязание на свой вкус: волейбол, бег, мини-футбол, национальную борьбу, подтягивание гири. Желающие имели возможность попытать счастье на наклонном шесте, на вертикальном, метание гири, сразиться на мешках, а также побегать в мешках и так далее. Особенно много болельщиков собирают борцы. Каждый знаток из знатоков. Кураж — национальная борьба. Она является детищем любимого праздника народа Сабантуй. Этот вид спорта богат историей и традициями. Год от года возрастает его популярность. А призы для победителей самые завидные – живые шашлыки. Определить лучшего из лучших, конечно же, было нелегко. Но все справедливые члены жюри единодушно признали победителем весовой категории свыше 65 килограммов Садыкова Рабзи, рабочего нефтегазодобывающего управления «Краснохолмснефть», свыше 75 килограммов Абзалова Разифа из колхоза имени Максима Горького, свыше 85 килограммов из деревни Ахтиал Нургалеева Фината. Он же стал и абсолютным чемпионом района по национальной борьбе и был награжден телевизором. А сейчас вы видите показательное выступление по тэквондо. Ребята занимаются полгода. В апреле этого года Янаул вошел в Федерацию тэквондо Республики Башкортостан. Тренирует ребят преподаватель физической культуры школы номер 4 Гилимшин Зульмир. Спонсор команды — фирма «Марвал». В этой игре запрещены удары по ногам, по суставам и в пах. Скоро в Янауле будет произведен новый набор в лекцию тэквондо. Конечно же, праздник не мог обойтись без концерта художественной самодеятельности. Здесь тоже было на что посмотреть и что послушать. Thank you.
Много было желающих помериться силами и в завлекательных видах спорта. Бой с мешками, лазание по шестам, бег в мешках и другие. Не остались в стороне и множество малышей, участвовавших в аттракционах. Многие из них стали обладателями подарка, который достался им с длинной щедрой веревочки. Они тоже, наряду со взрослыми, разбивали горшки, бегали в мешках с завязанными ногами, ложкой во рту, перетягивали канат. Конечно же, все захватывающие моменты праздника описать трудно. Мы и не пытались этого сделать, но, судя по лицам, пришедших на Сабантуй людей, поняли, что праздник состоялся, праздник удался, и его организаторам нужно сказать спасибо. Не подкачали и торговые организации. Всем, чем были богаты, порадовали. Спасибо работникам культуры, старание которых музыкой и песнями делало солнце Сабантуя ярче и светлее. Спасибо, Сабантуй. Сельский праздник, до свидания. Эстафету переняв, даст нам важное задание утро завтрашнего дня. Новый день, что к нам приходит, легкой жизни не сулит. Прибавлять велит в работе, жить по совести велит. Сабантуя, улы тынышлықтуя, дуаны яңрай аның жерларда, шушы беремнен деп күңілірек, берем юктыр бір қайда. Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена. До свидания, до следующей встречи. Саубуловас.